Привет, друзья! Мы снова на бэкстейдже Adidas Fashion Week. Второй день 7-го сезона. Я снова уже некрасивая, снятый мейкап, на мне нету прически. Вот такие начесанные волосы остались со вчерашнего дня. Сегодня мы попытаемся сделать еще что-то оригинальное на основе уже гофре и начеса. На самом деле, я посмотрела видео со вчерашнего дня и просто убедилась, насколько же разница очевидна до преображения и после. И мне нужно обладать, наверное, чувством самоиронии и очень здравого критического мышления, чтобы выложить это все в интернет. Но что поделаешь, мы, девушки, имеем очень много секретов, и порой мужчины, наверное, даже не догадываются, насколько мы бываем... я даже не знаю, как сказать, некрасивыми, давайте прямо говорить. Но благодаря чудесным рукам, прекрасной косметике и какому-то чувству меры мы приводимся в порядок. Поэтому давайте начнем. Яна начнет прически, Оля подъедет чуть попозже и сделает макияж. Посмотрим, что сегодня у нас получится. Поехали! Так, у нас сейчас решается вопрос, какой вариант? Так, вот этот. Значит, да, у нас есть вот вариант такой и вариант такой. Но мы голосуем, значит, кто голосует? Так, фотограф какой? Голосует за этот. Можно я? Фотосессию? Так, да. Давайте. Вот этот супер. Так, вот этот тоже. Так, значит, мы вроде как уже на этом остановились, но как-то... Нет, ну классно, и тот, и тот. Ну да, это тоже... Тут слишком такой уже этот, арт. Этот, да, этот арт, во-первых. Во-вторых, у меня отвалится голова. Я уже просто чувствую, насколько оно тяжело. Все, там хорошо. Еще бумага внутри. Так, если бы можно было выйти и с одним вариантом, и со вторым, я бы, конечно, и то, и другое выбрала. Ну, короче, узнайте потом, какой у нас будет вариант. We'll be right back.
я почти готова. Осталось только надеть шикарное платье N-Art. Украшения Ирины Гагаус уже на мне. Обязательно сделаем другие шарики в следующий раз какой-нибудь. Замутим какую-то фотосессию. Ну, короче, вообще супер. Сейчас примерю платье. Я думаю, что будет еще круче. Еще раз спасибо Яна Зайцева, Аннет Шерстюк студия, Оля Мягкая, Ирина Грабр, Мейкап-профи. Мы, как обычно, дружной командой входим во второй день Одесса Fashion Week. Да. We'll be right back.